Вот еще такая проблема хозяек, да, особенно тех, кто любит рыбу. И муж рыбачок, рыболов, и ловит речную рыбу, и речная рыба часто пахнет тиной, и не все этот запах любят. И как избавиться от этого запаха? Ну, профессионалы знают, потому что они ежедневно этим занимаются, а такие непрофессионалы, то, конечно, не знают. Так вот я для тех, кто так же, как и я, не знает, я расскажу. Значит, первое — сода. Можно содой натереть, и сода уберет запах тины. Потом укроп, семена укропа, обильника посыпать, тоже устраняют запах рыбы. И что? И морозильная камера. Когда рыба полежит в морозилке, ну, как бы, конечно, жалко свежую рыбу класть в морозилку, но это тоже устраняет запах тины.